Ну вот я приехал на второй мостик. Это 26 апреля 2023 год. На велосипеде я езжу. Вот оттуда я приехал. С деревни, с Потеряевки. Вот говорят, что здесь тоже промыло дорогу. Так что сейчас я схожу, посмотрю, как там дела обстоят. О, сразу видно, поток воды шел. Камыш лежит. Притом хороший поток шел. О, как замяло камыш. Вот. Это уже несколько лет. Тут была нормальная дамба. То есть ездили спокойно. Машины, грузовые машины, легковые. Вот. Но воды еще много. Воды еще много. Я думаю, тут будет намного меньше. Нет, воды еще тут хватает. Это за счет того, что Рыжковский пруд опустел. То есть вся вода шла сюда, потому что там по логам вся она сюда стекается. Это основной лог, самый широкий. И вот он туда дальше уходит, в сторону Корчина. Посмотрим, как тут дело обстоит. Вот они загородили. Это говорит о том, что там под низом где-то промыв стоит, идет. Сейчас попробую спуститься, чтобы кто не случайно не поехал и не провалился. Аж гул такой стоит, как в трубе какой-то. Как бы давление воды еще держится. Но если она поднапрет, сразу прорвет на скользя всю дамбу. Если пониже готовы спуститься, то посмотрите. Здесь вот он промыв. Как бы сверху льется, ударяется и дальше идет, растекается. То есть он с той стороны где-то сверху пошел. Видимо, также бобер сделал дырку где-то в дамбе. И все, и вода пробилась. А та бы дамба бы стояла и стояла бы еще. Ну а с этой стороны тут я не знаю, где тут заход. С первого взгляда тут пока ничего не видно. Как бы мне самому тут не провалиться. О, кто-то нырнул. А мне надо туда спуститься, потому что где-то там заход воды идет. Тут у нас кустарники сделаны. Тут братья работали активно. Брат Георгий со стороны воды, другие со стороны дороги. Вот уже грызут наши саженцы, которые мы садили. То есть, которые у нас для укрепления дамбы были. Они считают, что это им. Мы посадили, какие мы заботливые. Да нет, ребята, вы ошибаетесь. Вот. Что сказать, отсюда не видно. Вон ондатор плывет. Не знаю, видно там, не видно, на камеру будет. Вот. То есть где-то под низом идет. Но глубина небольшая. В принципе, если у меня с собой ничего нету, какую-нибудь палку потыкать, да я его увидел. Это не всегда будет напротив. То есть может в одном месте заходить, а выходить в другом. Все зависит от как дырка сделана. Главное, сгубили Рыжковский пруд. Бобры пришли на этот пруд сейчас.
хозяйничает тут. Ну ладно, сейчас. Сейчас пойду дальше смотреть. Вот так вот. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Даже и здесь. Хоть что делай. Если Господь попустит, ничего не обстоит. Ой. Так вот. Водичку ходит. Надо искать эту дыру. Иначе будет еще хуже. Братья, говорит, надо, чтобы обрушить. Надо раскапывать, смотреть. Само по себе она не разрушится. Я-то думал, она уже тут упала. Вон она, датра плывет. Вот она. Как катер какой-то плывет. Он хвостиком своим виляет. Здесь что-то проваливается подо мной. Вот она. Дрейфует, называется. Ей было, конечно, хорошо тут без меня. А вон еще одна плавает, датра. Вот они только бобры, а датры тоже губит. Дамбы делают дырочки в них. Вон чаечка прилетела. Воды много. В том году даже вот этот островок был виден. Насколько было меньше воды. Вот здесь вот. Сейчас он полностью затонул. То есть уровень воды тут хороший стоит. Вот тут вот чувствуется, вот там обвалилась вот эта вот низинка. Тут вода стоит. Это то ли, когда тут шла вода, из-за этого тут влага сохраняется. Так-то вроде бы нигде подмытого нету. То, что вот здесь вот края опустили, это значит вода подмыла. То, что мы тут делали все. Да, без бетона тут не обойдешься. Потому что уровень воды, плюс животные, которые вредят, только делать все бетонными плитами или самим заливать. Для этого, конечно, надо массу денег, очень много, которых нету всегда, не хватает. Вот так вот, в принципе. Сейчас туда, тут опасно сейчас ездить. Тут сразу даже на легковой можно провалиться. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.